Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня я с вами хочу сделать себе новый маникюр. Так, я первый слой лака уже нанесла. Вот наносила вот такой лак от Top Face. Цвет под номером 60. Вот поближе. Фокус. Такая серия. Так. Вот такую базу самую обычную я использую. И буду закреплять топом от Katz, брала на AliExpress, хорошая эта база топ и как бы закрепитель стемпинга 3 в 1. И вот такой топ у меня, самый обычный от Kiss. Я нанесла без вас только один слой вот этого лака, и сейчас вместе с вами буду наносить еще второй слой. Также я себе приготовила штампик и лаки для стемпинга. Будем с вами что-то сейчас творить. И также пластинки для стемпинга. Так. И вот такую наклейку. Хотела бы себе наклеить. Так, давайте будем с вами вместе наносить второй слой лака. Этот лак хороший, очень быстро сохнет. Так. Под камеру это не очень удобно делать, так что не судите строго. Поддержите меня подпиской, кто со мной впервые, гость моего канала, кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Такой нежный нюдовый цвет. До этого я ходила с желтыми ногтями и захотелось мне что-то спокойного, и выбрала вот такой лак от Top Face. Кисточка у них удобная, быстро сохнет лак, не очень долго нужно ждать. Первый слой я подождала 5 минут и наношу второй слой. Ну, после нанесения второго слоя я подожду немножко больше, где-то 10 минут. Так. Спасибо вам всем за поддержку, за подписку. Пишите мне свои комментарии. Мне всегда важна ваша обратная связь, как бы это поддержка моего канала. Я всем вам благодарна за поддержку. И еще один ноготочек. Если я немножко буду уходить под камеры, извините меня, конечно, за это. Стараюсь все делать в камеру, но могу уйти. Как бы одновременно контролировать процесс съемки и красить себе, это не так уж и легко. Так, эту руку я нанесла вместе с вами, а вторую нанесу без вас за кадром и к вам вернусь. Итак, пока у меня ногти сохнут, покажу, какие я пластины выбрала. Вот такую от Beauty Big Bang. Вот эти точечки, думаю, может быть, их сделать, или же вот такая пластинка с абстракциями, надписи тут, или вот такие точечки с большой пластины, вот эти хотела бы себе сделать как бы вместе с наклейками вот этими. Это водные наклейки. Ну, сейчас будем делать, пока у меня пускай ноготочки сохнут. Так, давайте с вами сделаем точечки вот эти. Все же решила. Вот такие цветочки я уже вырезала без вас. И вот эти точечки хочу сделать вместе с вами черным лаком для стемпинга от Pore Pretty.
Как-то так. Так, убираю лишний скотч. Еще хочу. Вот такие точки я себе добавила. Так, дальше будем с вами. Так, дальше будем с вами делать мазки золота. Хаотично. Также это у меня лак для стемпинга полусухой кистью. Отбор перейти буду делать мазочки. Мазки такие. И на другой руке. Вот так я это все сделала. И будем дальше крепить с вами слайдеры. Вот эти наклеечки. Сначала надо снять пленочку защитную. Так, я уже это разрезала. Чтобы не испортить, надо снять защитную пленочку. Она такая тоненькая. Такая тоненькая, тоненькая. Так, и окунуть в воду и переносим на ноготок, вот как-то так. Такие будут цветы у меня на ноготочках. Так, дальше. Возьмем уже поменьше, где-то на 15 секунд воду и потом на ноготочек. Вот эти наклейки на такой вот тоненькой пленочке прозрачной. Я думала, что они может быть на белой подложке, но нет, они на прозрачной основе. Вот так у меня получилось. И еще я захотела добавить белые точечки, чтобы как-то ярче это смотрелось. Вот такой у меня результат. И белым лаком для стемпинга от Beauty Big Bang. Хочу добавить вот эти точечки. И вот эту надпись на вот этот ноготочек. Немножко еще тут добавила белых точечек и перекрою все своим топом от Katz. Отличный топ, не размазывает стемпинг. Так, это все я закрою, чтобы не просыпать. И так, сейчас будем это перекрывать. Вот такой топ Katz. Отличный глянец, запаха нет. Это топ идет на водной основе. Не смазывает, сколько мазать. Ничего не размазывается.
Вот такой нежный, неброский маникюр у нас получился. Пишите, нравится ли вам. Очень такой спокойный цвет лака. Такой есть немножко шиммер. Так баночки лучше видно. После желтых ноготочков мне захотелось вот такого чего-то спокойного. Пишите, как вам. Подписывайтесь, кто еще не подписался на мой канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Всем спасибо за поддержку. Жду от вас комментариев, нравится ли вам видео такого формата. Хорошего вам дня, отличного настроения и до новых встреч. Всем пока-пока.